Тысячи людей собрались на Трафальгарской площади в Лондоне, чтобы поздравить Израиль с днем рождения. Праздничное мероприятие, инициированное организацией под названием «Ближе к Израилю», началось с парада в центре Лондона. Процессия прошла через площадь Пикадилли и Гайд-парк на Трафальгарскую площадь. Главный раввин Великобритании и Содружества наций Лорд Сакс и министр образования Майкл Гоув высоко оценили достижения Израиля. Множество жителей Великобритании поддерживает связь с гражданами Израиля. Прекрасно, что у нас есть возможность собираться на Трафальгарской площади, провести великолепный парад, пройти по городу с развивающимися флагами и заявить, что мы гордимся Израилем и поддерживаем его. Очень хорошо, что у нас в Великобритании есть возможность выразить поддержку еврейскому государству, особенно сейчас, когда отношение некоторых европейских стран к Израилю изменилось не в лучшую сторону. Нам необходимо было подчеркнуть, что это наша земля, наша история и наш народ. Это был день гордости для более чем 260 тысяч евреев, живущих в Соединенном Королевстве. Песни, музыка, танцы и смех сделали празднование 65-летия дня рождения Израиля незабываемым.